Все, откатили запись. Что, друзья, с вами по-прежнему Вадим, ты тут? Да, к сожалению. Давай, объявляй. К сожалению, главное. Это фишка дня. Это не фишка дня, это фишка моя. Фраза «к сожалению», запятая. Окей. Тоже для вас сегодня. Комментирует эту игру вторая карта One Dollar Cup. Финал мастера против One Shot Zero. Вторая карта The Inferno. Вадим Марко и Григорий Луча. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. И сейчас у нас фаст-центр, да, от атаки. Ребята вышли, уже 20 продолжается. Дима стреляется с большими песками. Минус Ичиро. ТММ играет с малых. Успел рубить один минус. Тут же серия разменов. Пинч, какой глок. Это просто супер глок. И вдвоем остаются. Минус один. Отлично. 2 в 2. Неплохо. Вдвое в малых. И двое на 20. Ну, тут все нормально. Один хп ОЦ. Это нужно подчеркнуть. Кипер Ло вообще ушел в ковры. Очень интересный выбор. И его слышат. А вообще дефузит, если что. А, нет, не дефит, тут Це умудряется с одним хп убить микс игрока. И гипервал, вот это выстрел! Я только переключил, я успел увидеть это что-то с чем-то. Итак, мастер берет первую пистолетку, второй карты. Ваншоты беру. Ваншоты разве? Берут первую пистолетку, да? Именно. Я-то со стационарника, у меня никаких стрипов нету. Гипервол дает минус 2. На ваншот, банане. Значит, я просто не заметил, что они за атаку зашли. Ваншот, значит, за атаку, все правильно, да? Да. Все, хоккей. Ваншот все-таки берут первый раунд. Сейчас у нас серия. Быстренькие размены. Серия быстренькая. Какие размены? Это казнь. Минуса. Ребята, минус даже... 2 на банане было от Гипервол, потом он дальше продолжил свою серию фрагов. Никто и даже не пострадал из атаки. Ребята просто прошли, смяли защиту, и на этом все закончилось. Так, смотрим дальше. У нас поджим мастеров на банане. Пинч сейчас будет давать минус, я думаю. Вот, гипервол хелпует ему, дает минус. Пинч вот наконец-то. Так, кстати, как-то гипервол странно стреляет. Ну-ка, дай-ка я за ним посмотрю. Ну-ка, дай-ка я за ним посмотрю. Сразу уступай. Сразу уступай. Так, давайте все вместе посмотрим за гипервол, что один будешь смотреть. Счет у нас 2-0 пока что, и гипервом на контроле Библия. Ну сейчас может быть, конечно, защита перетяжка. Очень интересная позиция от гипера, кстати. Це тут делает минус. Ну, банан ласт, к сожалению. И пинч на флеймсе, да, и пинч забирает банан. Но все-таки за гипервом я посмотрю. Посмотрим, давай найдем какую-нибудь хорошую респу, когда гипервол будет, и за ним посмотрим. Сейчас у него респа не очень. 3-0 у нас ведут ваншоты, между прочим. Ну пока вот все хорошо, у атаки. Время половины 12-го, они проснулись наконец-таки. Да. Вот сейчас ваншот. Вовремя. Первого шанс для него. Ну ты смотри, атака пробросила ХАЕ и пострадала сама от прострела. Прошиб от защиты, пока из рагов не было сделано. Ну, защита не дремлет. Защита не дремлет, тут из рукава сыграли парни, в принципе, на размен есть. Да нет, вроде бы стреляет нормально, гипервол, ничего сейчас такого. Сейчас это еще не, подожди. Сейчас, когда не дым будет, подожди. Ой, вот сейчас шанс для гипервол отличиться на стриме. Ну тут С все равно, вот смотрим за другим. С казнит. Они смотрят стримы и сразу вырубают, ну это понятно. Ну да, конечно. Вот сейчас гипервол, вот. Можно, в принципе, на самом деле, если ты думаешь, что здесь что-то есть, просто сказать, дорогой наш уважаемый Алексей АСД, зайди-ка ты на сервер к спектом и почекай игру, ребят. Посмотри за ними прям вживую. Пусть боятся и пусть показывают честно. Ну это ладно, это пусть ладно нормально еще. Вот, ну просто такое предложение, если товарищ Алексей не занят, да, можешь включить фоном вещание, да. То есть звук свещания и смотреть одновременно Hell TV. Вот это, кстати, так делают иногда. Вот, посмотри, ты посмотри. Смотри, как у него дергается прицел, офигенно. Мне прям самому нравится. Да вроде бы не дергается. Ну, посмотри, вот сейчас. У меня-то разрешение 800 на 600. Я вижу все эти детали. Так, ну давай посмотрим с волхаком. Да тут не волхак делал, смотри. Ну, блин, ну что ж ты, как ты смотреть начинаешь? Это все из-за меня. Ну тут Лоу сейчас... выстегнул этого гипера. Ну я видел, что-то было маленькое, но по-моему это нервы. Я докажу, ребята.
Понятно. Ну, не отвлекаемся от основного направления. Сейчас у нас счет уже 5-0. В пользу ваншот. Ребята уверенно лидируют. И тут уже ребята из защиты, из мастеров решают мастерски перышко под ребро заткнуть своему тиммейту. И Чиро минус из ВП на центре. Уже отличное начало от защиты. Параллельно атака проходит ковры. Подсадка в люльку. Сейчас у Харинкова выдастся замечательная возможность встретить выходца из люльки. Нет, ну смотри, какой чек интересный. Если ему понравилось. Это не гипервол был случайно? Это гипервол. Нормально. Так вообще не чек, если что. Ну. Да я даже не видел там игрока, он простреливать начал. Не, я смотрел от защиты, но гипервол действительно палится. Палится. Я так считаю. Ну посмотрим дальше. Вполне возможно, что кто-то смотрит стрим из друзей этого товарища, или сам товарищ почекает стрим или команда, и просто ему сейчас скажет: пацан, не пались. Вот, ну посмотрим. Ну вот сейчас, видимо, я скрины делал, поэтому отключил. Да ладно, ладно, это скилл. Тем временем Гипрово остается один, но очень сильно нервничает. Все равно ему не верю. Потому что мы за ним смотрим. Ну и мастера берут первый раунд 1-5. По статистике, атака, ваншот, исполнение ваншот. Гипрово 8-2. Такая же статистика у Пинча. Дима 5-3, 4-2 идет С и Любыч 3-3. Вот так. Защиту, ну защиту. Защиту, да, да, я уж понял. Все нормально, все действует. Давай, 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 не тронь. 5, ДММ 4 к 5, микс игрок 3 к 6, 2 к 6, Ричиро. И рулончик. Про 0 к 6. Вот это я понимаю. Рулончик. Так, ну что, здесь у нас атака снова предпринимает фаст выход в Б-плен. Потеряли пачку, но продолжают казнить. Минус от Пинча, минус от Любыча. Уже ситуация 3 в 3, постановка пачки. ТММ играет из рукава, уже близко к кафелю. Защита, минус от Ичира, отличные девайсы. Ну и чего, я остановился. Так, я смотрю просто. Ты должен кричать, ты должен кричать. Минус от ТММ, остается 1-1, вроде Пинч, да? Все правильно. Пинч с ТММ остается 1-1, сейчас очень опасная ситуация. Вышкеривают, грубо говоря, друг друга. За ящиком, за трешкой первым открылся все-таки Пинч и не прогадал. 6-1 в пользу ваншот. Очень что, хорошо уверены ребята. Да, очень уверенно идут. И это заявка. Это заявка, и это может быть вторая карта для них. Все так просто закончится. Мало того, что это заявка, так это, по-моему, еще и предъява на 4. Тут пишет, тебе пишет Слава, что он норм, нет у него ничего. Ну ладно, ладно. Авторитетное мнение задрота. Вот это что было, да? Слушай, да если бы я так играл, я бы, наверное, имбари не сидел. И ты сейчас чем прикалываешься? Это ты сейчас... Это ты же что вообще, как башудил? Ты не видел сейчас за гипервом? Выходит на мидл, у него прицел раз вверх, как, знаешь, есть такой чит лейс, который меньше всего палится. Ну, я за ним не смотрел, если честно. Ты хочешь у нас смотрю. Сделать героя карты гипервоу, что ли? Постоянно. Нет, я хочу его замашнить. Ну что, я все равно я буду смотреть за ним. Ребята, я его все-таки доконаю, я вычислю его по IP. Я его вычислю по IP-адресу и наведу на него порчу. Да, Игорь, я сейчас это буду смотреть, потому что реально такие моменты. Давай успокойся. Давай, до свидания. Давай беспокойство скажи, до свидания. 7-1 лидирует ваншот, 6 очков уже разрыва. Пока у ребят все очень хорошо. Гиперова подсадили в люльку, играет он из люльки. Там два парня на двадцатке, очень интересный момент. И вот сейчас гипервол. Что это за прострел? Ну прострел, внезапный. Внезапный? Ну да, это забей, действительно. Это забей называется. Можно спокойно оставить ваншот ТП и писать давай до свидания. Если и вправду окажется, что я прав, то я не знаю. Я сегодня пойду пить ночью. А, я же ходить не могу, что ж такое-то. Не, ты поползешь! Ну я тебе говорю, вот. У меня нюх на такие вещи. Я на пабликах раньше читеров вычислял. Какого опыта? Не знаю почему, просто тянет читерам. Ну что, это 8-й раунд для ваншот. Тут был очень интересный момент. К сожалению, я не видел этот супер дергание от гипервол. Давай так тогда. В принципе, все зрители уже поняли, за кем мы смотрим.
Не будем называть ник, дабы не спалить то, uh-huh. что мы делаем типам, если они еще это не спалили. Будем надеяться. Они уже, по-моему, это спалили. Потому что я не могу просто так сидеть и молчать по этому поводу. Вот. А просто говорю, о, что боже, что этот самый парень делает очередной минус там. Я понял, да. Вот, посмотри за этим самым парнем. Так, ну пока что у нас на карте уже 10-й юбилейный раунд. Защита делает ставку на спот А. Пока непонятно, какой спот. На спот А. Защита. Бленд вообще защита, говорим. А, защита, да. Защита вообще вчетвером собралась на споте А, ждет аркаду от атаки, но атака особо-то и не парится по этому поводу. Атака халдит около ямы. Халдит второй мидл и банан. Сейчас будет открываться, возможно, в Б-спот. А, да, так и есть, там один лоу. Там один лоу, сейчас будет принимать. Впрочем, на Б как раз, да, ты прав был, и там лоу, да. Тут честно. Ну, лоу ничего не смог сделать. Прожим дым на гипервоу. Любимое его действие, наверное. Прожимать в дым. Ну, тут опять неждачник от Димы из рукава, да, собрал он двух типов. А, нет, подожди, это банан, возможно, притяжка. Что? Что? Нет, я опять пропустил. Через два дыма! В голову! Без прожима! Одиночными патронами! Ну, повезло. Включи БХ, пёс, смотри за гипервом. Мне надоело, я тебе говорю. Окей. О, парень, вообще сейчас... Ты спалил очередной раз нашу тактику, и парень опять будет... Там без разницы. Я тебе говорю. Он отрубил. Я ему дам отрубил, ничего он не отрубал. Просто посмотреть, я говорю, это жесть. Но его уже наказали, здесь Сухаринха просидел в неожиданной позиции за ящиком больших песках, собрал минус 2 по головам, раздал ребятам. И это второй раунд для защиты. Наконец-то, родили, собственно, мастера. Мастерски родили второй раунд. Надеяться, что это не последний, потому что это совсем печально. Какой-то... Сейчас я посмотрю, сейчас. Я тебе говорю, вот честно, это не везение, это далеко не везение. Так, что, спота у нас готовится? Да. Так, смотрим, да, что ли? Подсад в люльку очередной. Слушай, а пинч, пинч это, по-моему, хер с горы из ГЛХФ. Он там рулит, это самое... турнирами иногда. Ну сейчас от гипервоу наверняка нереальный прострел через стену внезапно. Ну вот, появился нет. Парень на 20, опять этот прострел. Что? Возможно, они демки смотрят. Возможно, они демки смотрят. Просто. Забей. Ну мало ли. И по таймингу простреливают. Не, ну сейчас он никого не прострелил. Как-то забил он на зелень. С флешкой забежал на 20. Пошел раскид нереальный просто какой-то от Нави. Это, кстати, по-моему, Нави тактика, насколько я понимаю. Ну, ну странно, сыграл, конечно, там парень был на ящике, я даже через волхак его сначала не видел. Парень сидел вот на ящике в пленте, и он вроде бы начал раскид, потом раз шагнулся и отошел назад с гранаты, выбрал оружие. Вот это было странно очень. По крайней сейчас мере. Ты дальше посмотри, там ой. Еще страннее, там красивее просто намного. Надо будет. Вот он сейчас будет выбивать, ты будешь смеяться, я тебе говорю. А, нет. Это не тех выбивает. Во-во-во, вот, гипервоу, давай, гипервоу, ну пожалуйста. Мне золотую. Мне VIP платинум дадут, если я тебя раскрою. Да. Да. Именно. Ну, видимо, хорошо играет. Да. На Цизгал 3-0. Цизгал Про. Цизгал 0.1. Понятно. Цизгал 0. Знаешь, есть Цизгал 3 для самых нубовых, да, или Цизгал 2 покупной и так далее. Есть Цизгал 1 для профессиональных игроков. И есть Цизгал 0. Там сидит один гиперлоу. И тренирует целыми днями. 1C2 в пользу ваншот. Сам собой. Да. Тренирует вот такие прострелы нереальные по таймингу. То есть, когда парень идет... Ну, нету никого на 20, затем... Не, ну, может быть, он просто помолился, знаешь, боженька, хочу охренительные прострелы, чтобы у меня все было по таймингу, и стримеры посчитали, что я волхак.
Вот. Понятно. Именно. Угадай, кого сейчас опять, какой раунд уже подсаживают плюс. Ну, естественно, не промолвил, парни, все схвачено. Если он сыграет из... Так, тут не, нечего ждать, тут можно кинуть вдаль хае. Ой, вот это закидочка, мне понравилось. Не, нормально, подумали, что там в боку вот играет парень. То у него все по дефу, накидывает флешку, чекает, ну, открылся нормально, по-моему, все. Ну, только как-то у него прикольненько прицел вверх ушел, ну, давай. Плент, интересно, парень играет, прожим, к сожалению, не получилось ничего сделать. Любыч остается 1 в 2 против защиты, естественно, фаст перетяг в Б-спот, тут к нему бежит Лау, но Лау опоздает. Уже, а, не, не опоздает, инфа есть, все нормально. 17 хп, правда, у Лоу, поэтому для него здесь без шансов, я думаю, да. Плюс от Любыча 11... Медленное действие у нас было. 11-2, слоу-моушен. Да. Вот, кстати, новая фишка. Отличная, отличная голова и... Тремя. Не, серьезно, вот так вот будем... Теперь, когда замедлим действие, тоже будем замедлять голос. Это будет офигенно. Я тебе говорю. Любыч тащит раунд для своей команды и 12-2. Ой, что-то я не тем раунд воткнул. 12-2 в пользу ваншот. Ребята очень хорошо себя показывают. Надеюсь, что Гиперлоу все-таки не, простите, с говном. А что он такой супер хардовый парень с цизгл 0. Ага. Я потом скажу, во что я верю. Сейчас посмотрим. Я подозреваю. Интересно, кто сейчас лильку подсадит? Не, ребята. Его кинули сейчас. Просто-напросто. Его кинул его тиммейт, которого зовут Любыч. Где-то смотри. Смотрю. Опять кинули Гиперволк. Он, по-моему, миксом играет из мирки парень, такое ощущение. Лоу поджимает мидл, выходит на мидл, смотри. Забрали коляч, открывается, минус от Любыча. Гиперволк, тащить. Хорошо, хорошо. Так, ну отлично, половина ваншот, надо сказать, что даже не учитывая всех бесчинств от Гиперлоу, ребята очень на неплохом уровне себя показывают, действительно угадывают раунды и делают неплохие раскидки. Раскидки, которые окупаются. Да, по раскидкам, конечно, у меня нет никаких слов. А мне тебе говорю, такой, знаешь, кассетная флешка, так закидывают флеш, она еще на 3 раз из плана 2 флеша. Кассетка. Новое понятие. Новый подруг. Второй минул. Новый чит. Да-да-да. Так, кассетная не граната, да? Да-да. Бабах! Вот такой раз. Просто, как знаешь, как на Децебл взрывается плент, вот так же примерно. Вот-вот. Так, ну что, здесь у нас атака сбрила Диму на банане. В принципе, ничего, не церемонится, выходят в спот Би. Занимается спокойно совершенно спот Бимикс, игрок на поджиме. Сейчас, естественно, защита одумывается от своих ошибок и продолжает пушить спот. Тоже а Гиперлоу жив, подожди, вот, вот сейчас будет интересно. Ага. Ага. Ну это понятно. Блин. Вот это реально повезло. Я ничего здесь не буду говорить. Это повезло. Не, ну просто он до этого так шугнулся, парней. Он вроде бы там через валхак опять же не было видно, но парень шугнулся, отошел назад и подождал. Забей. Нормально, нормально. Все хорошо. Жизнь налаживается у Гиперлоу. Наладится, я думаю. Посмотрим, вот для него моменты, сейчас вот будет он... Играет без люлька на втором медле лоу. Отличная граната в нижней, в этом, в нижней, да, ковры, в синюю дверь. Притягивается наш герой... Пески. Пески, да. Надеюсь, вы поняли, про какого героя мы говорим. Гипергероя. Гипергеро. Да, здесь какой МП5 от Любыча оставил вообще... Мало хп, лоу, не успел посмотреть сколько, потому что его вызывает Дима. Дима играет с Фамасом на зелень, не минус 2! О господи! Прострелы. Ну хорошо, здесь гиперлоу скилл. Скилл, тут все понятно. Так, ну ваншотом остался последний раунд, это дикий минус морали от мастеров. Я думаю, стоит сразу спросить парней потом, что они думают по поводу ваншот. И будем надеяться, что сейчас гиперлоу спалится по полной мере. Давай, все, гиперлоу, у тебя последний раунд. Твоя задача сейчас спалиться и все. Только не смотри стрим, не смотри стрим. Ну здесь ладно, ладно. Здесь я скрины делаю, здесь нормально.
Здесь тоже все хорошо. Ну понятно, понятно. По-моему, ему докладывают, я тебе говорю. То, что он творил. Мне показалось немножко другое словосочетание. По-моему, он. А, я понял. Нет, ему докладывают. Я понял. Хорошо, друзья, с вами были Григорий Луча и Вадим Марко. Сегодняшним фасткапом, точнее, фасткапом, $1 кап от Имбарена. Никуда не уходим, друзья, потому что, скорее всего, у нас сейчас будет вещание, как же его? Гемгюн, да. Сейчас на Гемгюне сейчас будет самый полный хардкор, так что оставайтесь с нами. Сейчас у нас небольшая будет пауза, будем выясним и объявим вам все-таки, кто же выиграл. А со зрителями ВОДа мы прощаемся, вот так. Все. В общем, небольшая пауза, и мы снова возвращаемся.